Вот такой вот пассатик за 3300, ребята. Давайте посмотрим, что они предлагают нам. Да, ну вот 3300, дизелючек 249 тысяч. Ну, давайте его посмотрим, что у нас тут есть. Тут вариант, что-то происходило. Ну, залепишь, сделаешь, ты ж рукастый. Так, присядем, да? Гирляндочка легкая, но это ничего страшного. Это ты приедешь домой, кинешь на компьютер, и тебе всю полную диагностику сделается, будет хорошо. Главное, знаете, что в этой машине? Что самое главное в этой машине? Я вам попозже, сейчас я расскажу. Мы просто... О, вот это мне нравится. Это хороший ход мысли. Так, что по потолку, пацаны? Ну, я вам так скажу. Она шепчет. Так, ну давайте пройдем, посмотрим, что у нас дальше есть, да? Что сзади у нас? Ну, неплохо. Ну, хорошо, растут неплохо. Значит, у нас вход вот этот вот парень. А что он скажет? А ну. Ну, есть вопрос. Давай его обнулим. Еще разочек, ну. Не понял. А. Хочешь прикол? А я думаю, что она тут не бьется? Прикинь, не бьется. Смотри. 720? Смотри. Не бьется. Ебать тут наложили. Охуеть. Вот за вот эту изюминку я вам и говорил, ребята. Ну, тут понятно уже все.